Автор Юлия Бакирова, категория «Финансы». Автору блога, председателю Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Кенгебаеву. Здравствуйте. Дочерняя ТО со 100% участием государства удерживает из оздоровительных пособий, выплачиваемых из бюджета, индивидуально подоходный налог. Согласно налоговому кодексу, компенсации, выплачиваемые за счет бюджета, не рассматриваются в качестве дохода физического лица. Могу ли я вернуть незаконно удержанный налог? Согласно пункту 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, ТО является коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. Пособие на оздоровление, выплачиваемое ТО с государственным участием своим работникам, подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом. Сейчас мы в рамках развития модернизации 3.0 разработали стратегию, согласно которой мы будем оповещать налогоплательщиков СМС-сообщениями. Кроме того, нами предусмотрен вопрос доставки извещений посредством банкоматов. То есть, когда человек приходит, допустим, получить деньги с банкомата, у него появляется сервис, по извещающей его о налогах, о суммах задолженности налогов. И он может непосредственно там же, не отходя от банкомата, произвести уплату. Кроме того, сейчас мы рассматриваем интеграцию с такими организациями, как коммунальные предприятия. То есть, чтобы сумма задолженности приходила непосредственно вместе с коммунальными услугами. То есть, нами предусмотрено полномасштабный охват всех слоев населения.